الناس تظن أن هذا الصغير في عندما يكون أول ما يولد هو لا يفهم ولا يسمع، لا هو يخزن معلومات يحفظ. نعم، ولهذا كان العرب قريش كانوا يأخذ الأولاد الصغار إلى خارج مكة حتى يسمعوا اللغة العربية، لأنه ينشأ على هذا وهو صغير. Дети, люди бывают, что, например, смотрят на младенца, да, только родившегося младенца, и думают, что он ничего не слышит, он ничего не понимает, да? А на самом деле не так, говорит. Он говорит, все записывает, говорит, сохраняет, говорит. И там всю информацию, все то, что слышит, да? Раньше было, как у арабов было так, говорит, что только вот родившихся, да, вот грудничков, они отправляли за, вот, за город куда-то, вот, в какие-то, да, в пустыню и так далее, там, где жили арабы, да, вот именно такие, которые разговаривали красноречиво, вот именно на правильном арабском. То есть специально туда отправляли, чтобы они слышали, говорит, как на самом деле разговаривают, да? Разговаривают на правильном арабском, чтобы они это уже обучались уже, да? Нам, الآن مثلا دائما يقول لها بابا 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 هي تقول بابا. يعني معناها هي الآن تبدأ تسمع ثم تحاول تنطق. Нам. Например, если говорить, да, эта маленькая девочка, например, говорит вот папа, папа все время, да? То раз она вот будет приучаться и она скажет папа, да? То есть видите, то есть означает, что значит она запоминает. نعم. ويأخذ الصغير ويسكته كيف عندكم بالأغاني صح؟ نعم نعم. هو ينشأ يحب أغاني تغني حتى يسكت، لا أنت المفروض هي تقول له أحاديث قرآن حتى يعتاد على القرآن والسنة، ما ينشأ على الأغاني. Бывает также, когда детей успокаивают, там поют им какие-то песни, да, там какие-то колыбельные, да, и вот ребенок вырастает, что он любит музыку, говорит. И он вырастает таким, что любит музыку. А наоборот, необходимо говорить там аят, хадисы, да, вот и нечто подобное, да. الآن يشغل له حتى في اليوتيوب أغاني، يقول حتى يسكت. سبحان الله. طيب اجعله يسمع قرآن مثلا، يسمع حديث. نعم. Даже говорит, на телефоне сейчас на YouTube и так далее ставят какую-то музыку, да, чтобы говорит, ну чтобы успокоился ребенок. Нет, говорит, даже так, говорит, необходимо ставить Коран, хадисы, да.